Доброго времени суток, с вами Иван, и сегодня я хочу начать показывать вам свою коллекцию ножей, которые я сделал за прошлый год, ну, не считая этого керамбита. Ну что ж, начнем с ножа бабочки. Поехали. Значит, нож бабочка из игры CSGO. Я думаю, вы видели видео, где я делал раскраску градиент на этот нож. В общем, вот так вот он выглядит. Мне он очень нравится, это один из моих любимых ножей. Значит, делал я его из фанеры 6-миллиметровой и 4-миллиметровой рукоятки, но рукоятки я переделывать буду, потому что они немножко кривыми получились в прошлый раз. И вот здесь вот рукоять переломалась. Вот. Такое, то есть никакой трюк нельзя сделать. Потому что она попросту вот качается, видите вот. Значит, раскраска мне очень нравится. Очень круто выглядит. Значит, что еще? Да, это я его делал в прошлом году. В этом году не знаю, буду ли я переделать его или нет. Скорее всего, просто сделаю рукоятки и все. Потому что мне он и так нравится. Значит, теперь небольшой такой опрос устрою. В общем, я предлагаю эту неделю посвятить полностью ножам, ну и разным другим вещам из игры CSGO. То есть, опять же таки, буду рассказывать, как я это делал, как я скрашивал или что-нибудь еще в таком роде. Ну, или мне снимать все-таки про военную технику, про диорамы. Просто у меня через пару дней мне придется уехать на 2 недели. В общем, я не смогу снимать. И я очень хотел бы вам показать все свои ножи. Ну, короче, проголосуйте в комментариях, напишите, кто что хочет, либо снимать неделю ножей, либо все-таки продолжить про военную технику, и иногда там промежуточно про ножи снимать. Ну что ж. А с вами был Субурбан. Всем пока и до новых встреч.